Депутаты Окружного совета депутатов от «Единой России» приняли участие в круглом столе «Повышение электоральной активности молодежи», который был организован председателем территориальной избирательной комиссии Одинцовского округа Александром Игнатовым. В мероприятии также приняли участие активисты местного молодежного парламента. Участники выступили со своими презентациями и докладами. По итогам обсуждения было решено создать на базе молодежной территориальной комиссии форум для предложений молодежи.